Чтобы коррупции избежать, например, в отношении, так сказать, американских штатов, надо понимать для начала, что американские штаты – это европейское государство. Вот кто не понимает об этом или кто не должен об этом понимать, им выделяют там демократию, то есть им дают какую-то там голубую ленту, говорят, что поскольку вы не понимаете, что Соединенные Штаты — это в первую очередь европейское государство, вот вам голубая лента, демократия, с которой вы можете, как говорится, развиваться. Вот ассоциативный вопрос о том, что такое вот Украина. Вот я говорю, что вот Украина не существует. Вот существуют там граждане Украины, которым 20 лет, они там пичканные какими-то таблетками, больные люди. То есть представь себе, либо все-таки демократия, ну то есть люди идут в любом направлении заниматься теми вопросами, которые важны, либо все-таки территория, которая, ну, совсем другая территория. То есть людям дали право, как говорится, со спокойствием уходить в любом направлении. Вместо этого они взяли оружие. Ну, с этим оружием они останутся в чужих, так скажем, местах.